В Муроме осужден хакер, взломавший госпортал одного из регионов страны. Муромский городской суд вынес ему реальное наказание – 1 год и 8 месяцев лишения свободы. По версии следствия, 42-летний мужчина решил заработать на майнинге биткоинов. Для этого необходимо было задействовать мощные компьютеры, которых у него не было. Тогда он проник в государственную информационную систему и модифицировал работу серверов для майнинга. Впоследствии биткоины можно было конвертировать в реальные деньги. И о других происшествиях. 37-летний ранее судимый муромлянин украл туалетную воду из гипермаркета на Куликова. Из другой торговой точки на Ленина были украдены 2 бутылки ликера. Злоумышленнику также 37 лет, ранее судим и не работает. Телефон, фотоаппарат, штатив и сумку с документами похитили из секции на улице Советской. Грабитель проник в магазин, повредив запорное устройство. И очередной случай мошенничества через интернет. Почти 13 000 рублей похитил неизвестный с банковской карты жительницы Мурома.